Екатерина Волкова, в отличие от своей героини, Веры Ворониной, в жизни решилась только на одного ребенка. Елизавета уже подросла и пошла в старшую школу. Отчасти Волкова все-таки повторила судьбу персонажа в сериале «Воронины». Артистка тоже была замужем лишь однажды и много лет счастлива с единственным и любимым. Танцор Андрей Карпов завоевал сердце звезды ситкома романтическими сюрпризами, а вскоре отвез в Париж, где и сделал предложение. Через год на свет появилась их наследница. Лизе этой весной исполнилось 12. Мамины черты повзрослевшей девочки мало угадываются. Поклонники сошлись во мнении, что все больше подросток напоминает папу. Светлые глаза, белокурые волосы, высокий покатый лоб. И все-таки кое-что от матери она взяла. Лиза вся в папу. Светленькая, нос только ваш, такие разные. Красавица. Написали фолловеры, а что скажете вы?